что ты только что принес? Ебать, видели, да? Порыковал, блядь. Золотой пистолет. Ебать. Ебать, охуенно. Золотой пистолет. Сурово. А, так я это проходил, блядь. А, блядь, ебать лаги. Какие-то миссии. Это что, не сюжетные, что ли? Не пойму. Это какие-то доп-миссии, так понимаю, мелкие хуйта. Мне они вообще не нравятся. Это женская анальная помпа. Да иди нахуй, Родригес, блядь. Стоит адрес, не пройти. Коалойла, блядь. Да-да-да. Сурово, блядь. Все, да? Ну давай. Попробую поехать куда-то на другое задание. Ебать, какого писюна? Вот какого писюна двери закрылись, блядь? Они же открытые были. Сука. Вар, блядь. Красиво. А, ну вон человечек нарисованный, я понял. Туда надо черепашки, ясно. Ой, кого, блядь? Масл кар, блядь. Хуя, док. Да что за хуйня, карта непонятная, ля сука. А, я понял. А нет, нихуя не понял. Блять, а почему карту не открыть? Падла, блядь. Я вон на человечка еду. А, вот выбор миссии. Да ладно, что так просто, что ли, миссию выбирать? Да ладно, блядь, ездить никуда не надо. Бенвенидо, амиго. Мне тут рассказали, ты молодец. Только фигня в том, что не я один про это знаю. Вергилу сперли у Моралеса 3 новеньких грузовика. А Моралесу они позарез нужны. Ему кокаин везти 100 тонн. Нехило. Киталь, гринго, чтобы Моралес был доволен, ты идешь туда и грузовики выводишь. Ну, а там уж мои ребята подсуетятся, перегонку... Да-да, не волнуйся. Я? Не волнуйся. Да. Нехило.
не, грузовики маслыри. Золотой пистолет. Дебил. Блять, не понял. Так. Золотой маслыри. Бан, блядь. Бан, блядь. Тварь, блядь. Червяк, блядь. Бля какая. Бан. Бан. Бач. Рубильник для крана на мостике. А, ну да. А, ну да. Рубильник для пожилого крана. Бля, какой грузовик, у сука. Сурово, блядь. Толстый и худой нигер прыгнули с крыши. Кто пойдет первым? Блять, сурово. Блять. Сурово. Блять. Красота, блядь, спиздил. Спиздил, да, сука? А! Сурово, ой, блядь. Блядь, лай. Лаги, блядь. Я пожилой гад Гринго. Ай. Твою мать. Опять сурово. Ебать! Ебать, братки подъехали! Ха! Ураган Рамирес! Бан! Эль Торо. Ёб твою мать. Ебать обыгля. Б.
Блять, допрыгался, дебил, школьник. Сурово. Черт, а контейнеры-то небось тяжелые? Наживка для акул! Можешь с рыбами болтать. Они хоть перебивать не станут. Сурово! Ебать! Красиво, да? Да, здесь надо контейнеры, блядь, как-то поднять. Тоже ни хрена себе. Бля. Ну да, тут и про это. Да, тут надо поднимать эту хуйню. Сурово, блядь. Надо поднимать. Заткнись, школьник, блядь. Сурово, блядь. Сурово, в принципе. Не, действительно, вот играешь, да, и ощущаешь, что действительно игра, она суровая, блядь. Реально. Как масло, блядь. Хуя, док. Ля. Ля какой. Черт. У, сука. КС, ты одет? А знаешь, почему все нигер ездит с закрытыми окнами? Они думают, что запах снаружи. Кого-кого, бля? Повтори, бля, школьник. Эль Торо! Якось хуита игра. Вышла на 2 года раньше Крузиса, но графон Г, но как из 1995 года, то прицел, подсказки на каждом шагу. Тупо для даунов консольных. Шо? Обидно? Не понял, блядь. Да-да-да-да. Это крутая!
Да, ты просто не умеешь играть в серьезные игры, бля. Тебе только в доточку играть, Алекс. Ты только в доточку умеешь играть. Дота ты лохов, да, ты лох. Докер поганый, лошара. Понял, Алекс. Заткнись, понял, Коль, заткнись, блядь. Сурово. Можешь с рыбами болтать. Они хоть перебивать не станут. Сурово, блядь. Круто. Надо отогнать грузовик обратно, где взяли. Сурово. Ладно, блядь. Хуя. Сурово. Сурово, кстати. Ну, давай. Ты заел, что ли? Заело? Заело? Заело, бля. Заело? Ман, блядь. Хули стреляй, иди сюда, покажи, кто ты такой, блядь. Ты мужчина или кто? Покажи, блядь. Покажи, кто ты есть и чего ты сделал, блядь. Я буду с тобой общаться на языке боли, сука. Иди сюда, блядь. У, сука. Пошлэре, блядь. Хуя, дока. Сурово. Ля, как в уголок пошел, красиво, да? Красиво. Ляка было меня ждет, ляка какая. Ляка какая. Пиздец. Хуёво как будто. Все пучком, ковбой. А, вот еще одно. Моралес, он человек не злой, но... Ляка был. Короче, он еще хочет, чтобы тот корабль лежал на дне гавани. Так что возьмешь вот этот грузовик, тут динамит, выгрузишь в трюм. Ля. А, ну пусть бабахнет. Все, мне пора. До скорого. У, сука. Могу, блядь. Нехуй делать, принцесса. Принцесса меньше стресса. Дай только я сохранюся, блядь, и пусть бабахнет. Ну давай. Ебать, мандарин, братишка, вот ты мне такие донатики даришь. И у меня есть моя любимая корушка. Корушка, с которой я пью пивчанского, пивандос глушу, пивалдочку. Я могу ее просто разъебать. В честь благодарности тебе, Меродиан, могу разъебать кружку. Она мне очень дорога. Но я ее разъебу, потому что очень тебе благодарен, дружище. Я сейчас ее просто расхуярю, нахуй, блядь. Кружку ебаную, суку. Ебать, вот кружка, вот она. Вот эта кружка ебаная, блядь. Вот кусок стекла ебаного. Вот она. Мне похуй, дружище, мне похуй, пойми, Меродиан. Ой, мандарин, блядь. Мне похуй, друг, мне похуй. Смотри, блядь. Ебать, пизда, пизда. Ой, блядь. Ебаный в рот. Да, блядь, чтоб не наколоться, блядь. Сурово. Масло, блядь. Ай, блядь. Сурово получилось. Масло, блядь. Это моя кружка от пивандопалы. Я в ней хуярил пивчану. Я в ней хуярю пивчански,
А теперь не буду в ней хуярить певчанский. Знаешь почему? А потому что нету кружки у меня. У меня больше нету кружечки мандарин. Обидно, да? Уху, уху, уху. Обидно. Уху, уху. Обидно. Уху. Мне нету дедушки. У всех есть кружки для пивандополы, а у меня что? А нету. Эх, сейчас бы машинку. Заткнись. И краткая. И краткая. Сейчас бы и краткая. 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 Ты хочешь, чтобы я с тобой общался на языке боли, блядь, или как? Ты хочешь, чтобы я начал общение с тобой на языке боли, да? И краткая. Школьник. И краткая. 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 Слышь, ты чёрт. И краткая. И... Слышь, ты хуила. Ты давай не быкуй, наоборот, тебе пожилой хитс. Тварь, да, бля? Чёрт. Блядь, обидно, конечно. Теперь у меня кружки нету, деда. О, мандарин! А хочешь? Мандарин, а хочешь? А хочешь? А хочешь, я знаешь как? Я разъебу клавиатуру за 10 000 рублей. Мне на машинку очень надо, дедушки. Я могу, да. Мне просто очень нравится машинка, вот эта пластмассовая, на моторчике. Мне бы очень бы хотелось машиночку. А, ну я еще могу, в принципе, приставку Sony PlayStation 4 разъебать на кусочки, на мелкие куски. Ха-ха-ха-ха-ха. Маслыры. Ох, сейчас бы Артемка пришел бы к дедушке, Артемка. Сказал, да на, дружище, не серчай, на тебе 400 тысяч, братка. Я такой, ой, братишка, солнышко. Эх, не прыгнет ко мне больше Артемка. Ясно все. Ясненько. Хуйма Артемки. Да кто такой ты, Артемка, лох? Блять, хотел чай себе сделать, сука. А кружки теперь у меня нету. Вот как обидно-то, а? Пиздец. Блядь. Тварь, да, блядь? Маслы, рыбля. Маслы, рыбля. Ебать, а кто из вас ездил на такой машине под маркой Muscle Car, бля? Кто, кто, кто? Блядь. Пиздец просто. Сурово, блядь. Из чего мне теперь чай пить? А я хочу чаю, шо кончаю. Ля, сука. Я хотел выпить пожилой чай. Ебать, как я люблю чаек наливать в пожилую гортань. Ай, сука. Ебать, иногда так хочется ебнуть чайка. А, ну да, хочется, только у меня нету кружки. Обидненько, конечно. У всех, сука, есть кружка, блядь. А у меня, сука, нету, блядь. Гадость, блядь. У всех, сука, кружки, блядь, есть, сука. У меня, блядь, сука, блядь. Ёбаный рот. Сперма, жопа, конча, женская пизда. Блядь. Обидно, конечно. Ну, ясно все, блядь. Ясно, в принципе, ясно, снопак, снопаки пинклор две гниды. Да, бан, блядь. Да. Так, а что у меня тут еще есть за сюрпризы?
А у меня знаешь, что есть? А хочу вам показать. У меня есть пожилая паяльная станция. А, ну да. А еще у меня есть бутылочка винца сладкого. Ла-ла-ла-ла. Но только я его не пью. Ну да. А, ну в принципе за 10к бы, может, и выпил бы бутылочку. А, ну все, ну да. Сейчас я возьму баночку. Нигер. Баночку под этих самых под тунца. Баночку под рыбки, консервы. И в нее чай сделаю. Нигер. 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 Что там за гадость? А? Тварь. Тварь. Здоров, донбатовский. Да. Донбасс. 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 Квас, гульбас. Донбасс. А Карумар в армии. Да. Карумашка дурака призвали в армию. Прапорщик Карумар. Теперь у него звание прапорщик Карумаша. Дедуль, хуй соси. Так нахуй! Димка ебаный. Быкуешь, да, сука? Спасибо. Кто на деда быканул, тот вряли от сосну. Ох, сейчас бы... Ебать. Сейчас бы, конечно, пивандопалы бы, балтики бы. Ебать. У тебя видео в Инстаграме 7 миллионов просмотров. И шо, это шо, удивительно. Да, я. Спасибо тебе за подписку. Не понял. Спасибо, солнышко. У меня вообще в инстакарточке много. Не понял. Кто это? Кто это? Кто, блядь? Кто это? А, это червяк, блядь, снопай, ну и, блядь, снопак ебаный, черви, залупная жижа. Ну да, у меня вот в инстакарточке, ребята, 7 миллионов просмотров, да, действительно, не факт. А, ясно, у деда Родион Круизис не тянет, приходится играть в игры, которые старше его среднестатистического зрителя. У кого? У меня? У меня не тянет. Это у тебя не тянет, ясно? У тебя не тянет, ты жаба, понял? Соси мою трапецию, ты собачий писюн, ты сперма. Ты жаба зеленая, сука, ты, блядь, жук навозный, сука, ты, сука. Ты, блядь, гололо, ебаная, ты, сука. Ты, бля, обезьяна, мартышка, сука, гибон, бля, ты, сука, жаба, бля, ты, сука, лох, бля, ты нахуй, ты гадость, фу, бля, да, масс-лэри. Ну да, у меня 7 миллионов просмотров, это никак не удивляет меня, в принципе, ну да, действительно. Вот это что, кстати, ну давай, да. КС, ты одет, а знаешь, в чем разница между нигером и торнадо? Нужен только один, чтобы разрушить район. Стю, тварь, блядь. Что ты тебя, блядь, сейчас швыркнул, блядь? Ты гадость. А ну повтори, блядь. Что ты нахуй сказал, ты дурачок, блядь? Ебать, у тебя что, шарики за ролики иногда заезжают, да? Нахуй ты оскорбляешься здесь, ты лох. Ты прошел к пожилому человеку в интернете. Мне 54 года, да? Я полвека прожил, я, блядь, нахуй протоптал, я, блядь,
Я, блядь, твой пиздак исколесил, блядь. А ты, сука, приходишь и приходишь, ты дурак, смерть. Что? Обидно? Что? А слабый круизис на стриме пройти? Не можешь? Я так и думал. Ой, да это игра для девочек, господи, блядь. Стрелялка, ёбаная хуйня, блядь. Тьфу, блядь, сперва, конча, жопа. Да, сурово, блядь. Спасибо, спасибо за донатик, солнышко. Сурово ты придумал, конечно. Привет. Хуя, док. Тварь, да, блядь? Ребят, смотрите, как сейчас их, блядь, туда пошел. Сейчас. Сейчас я красиво прям все сделаю. Вернее, не то чтобы красиво, а сурово поступлю, да. Да. Бля, у него рука не устала так постоянно бежать? Ебать. Реально. Бля, мухи летают вокруг трупа. Ха-ха-ха. Девушки день рождения, мой девушки день рождения, мой девушки день рождения, мой девушки день рождения. Ёбаный компот, блядь, нихуя себе ебаться, в жопу спать и не подняться, в жопе хуй Серёжи, нихуя себе матрёши. Ебать, банда! Привет, деда. Арин. Это я, Пит-американец. Привет, ебать! Как скажешь про Nissan 350Z. Он меньше 2 года, не знаю, если его себе оставит. Думаю продать. Какую спортсмашину в сет, если продам? Спасибо большое. Лучше не продавать Nissan, а мне, деду, мне дай. Мне надо. Ебать, манда, ты пизда, ты вообще борода. Ебать, давай, трясы, ебать. Давай, блядь. Ну хорошо, сейчас, клавиатуру, мау, блядь. Ебать. Ты что, серьезно, блядь? Блядь, а как же я? Бля, у меня 2 клавиатуры. Ну сейчас, да, я найду тогда другую клавиатуру, я эту разобью. Потому что мне надо хоть чтоб 1 клавиатура. Ебать, нахуя ты мне набайтил? Нахуя ты набайтил клавиатуры? Ебать, ну ты, конечно, Сережечка. Блядь, а какую клавиатуру? У меня нету клавиатуры, у меня только 1 клавиатура. Ебать ты, мартышка. У моей девушки день рождения. У моей девушки... Да заткнись ты, блядь. Блядь, клавиатуру, пиздец. Я ебал, меня ебали. Блядь. Хорошо, блядь. Могу, блядь, в принципе. Могу, блядь. Вот это вот. Блядь. Ой, блядь. А может, давай не клавиатуру? А может, давай? Ебать. О, хорошо, блядь. А может, давай, знаешь что? А давай, сейчас. Ебать. У моей девушки день рождения. Блядь. А давай, знаешь что? Мандарин. А давай, знаешь что? Ай, блин, а что бы раз ебать? Блядь, мандарин, знаешь что? Бля, мандарин. Ебать, мандарин. Сейчас. А давай, знаешь что? Ебать. А, вино пить? Ты сказал, чтоб я пил вино? В смысле, блядь? Так я ж не пью вообще, я человек не пьющий.
Бля, мандарин, а что мне надо клавиатуру разъебать или вино пить? Не понял я. Не понял. Кого? Напиши в чате, я посмотрю. Ебать, вино ебаное, чи шо? Не понял. Клавиатуру, да? Клавиатуру или вино? Бутылку вина или клавиатуру? А, сейчас, тогда клавиатуру, потому что я не пью. Я человек не пьющий, а не пью алкоголь, нахуй. Спасибо тебе за подписку. Спасибо за подписку, залупа. Ой, солнышко, залупа. А знаешь как? Слушай, мандарин, а можно я... О, мандарин, а можно я наушники сломаю нахуй? Просто разъебу их в сраку. Наушники ебаные. Не слышишь? На видео, да. Наушники ебаные, да. Наушники, да. Наушники, мандарин, наушники. У меня хорошие наушники с лампочками. Да. Ладно, мандарин, говори, клавиатура либо наушники, рейли. Да-да-да, я, да. Ну, давай. А, ну, давай. А, ну, давай. Сейчас. У моей девушки день рождения, блат. 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 Хорошо. Ясненько. Так и хочешь, чтобы я наушники разъебал. Хорошо, могу, блядь. Пизда наушники. Ну что, наушники, все, да? Блядь, новые, сука, наушники. Хорошо. Последние остались у дедушки. А у меня такие сейчас на голове, кстати. Да. У моей девушки день рождения, блядь. Чувствует пожилое падение, да, сука? Варм. Ебать, новые, сука, наушники, красивые, блядь. А какой праздник напомнил твоей девушке? День рождения. Ясно, блядь. Какой-какой день рождения? Какой день рождения? Да пошел ты нахуй. Ха-ха-ха. Блядь, дебила, ебать. Ебать. Сейчас. Хорошо, блядь. Сейчас, братишка, не серчай. Сейчас разъебу хуй тебе в чай, кстати. Я пожелаю сигарета, бля. А, ну давай. У моей девушки день рождения. Все, братишка, включаю фотокарточку. А хочешь, я их прям сейчас в розетку всуну? Да. Наушники ебаные. Женские. Наушники, чтобы не чесались ушки, да, сука? Ладно, миродивый мандарин. Наушники. Вино. Кружечку одну. И на видео сниму. Либо клавиатура. Блять, у меня просто две всего клавиатуры. У меня эта поломана, и та тоже. У меня сейчас это вообще сломается. Напиши, пожалуйста, мандаринка. Вино, сука, пей. Я не пью, ясно? Ну,
я могу только кружечку выпить, маленькую, литровую. Ой, в смысле, 0,5. Ой, блядь, 200 грамм. А? Мандарин, напиши в чате. Сурово. Да. Ну, напиши мандаринчик быстрей. В чате, дедушки, да. Тогда Клаву. Вот сука. Ладно, блядь. Ебать, Клара украла, украла канары, а Клара украла, украла кларнет. Ха-ха-ха-ха! Заткнись, даун. Извини, пожалуйста. Ты дебил? Кто? Хуй пальцо. Да-да-да-да, я баслоры, бля. А, ну да. Ай, ну да, а, ну да, а, ну да. Хорошо, братишка, ну хорошо, клавиатуру так клавиатуру. Сейчас. Ладно, все, понял. Могу еще принтер. Принтер могу разъебать. Принтер, принтер, дружок. Принтер. А хочешь колонку разъебу? Музыкальную колонку за 25 000 разъебу. Точно, братишка. Еще пятнашкой музыкальную колонку прям динамик вырежу. Реально. Да. Ладно. Сейчас. Не, я не бачу, я просто спросил. Ну чё ты сразу? Ну чё ты? Ну чё? Да чё ты начинаешь, а? Ну чё ты начинаешь, а? Ну давай. Сейчас, всё, ладно. Сейчас я клавиатуру тогда достану. Ну если ты, конечно, настаиваешь, мандаринчик. Тогда мало. Тогда я мало. У моей девушки день рождения. Да затери рот свой, блядь! У моей девушки... Заткнись, блядь! У моей девушки... Заткнись, чучело! Да. У моей девушки... Заткнись, блядь! У моей девушки... Заткнись! У моей девушки... Сука, блядь. Школьник. Сила проклятая. Все, братишка. Все. Вот она. Я разбил, дружище, но забыл заснять на видео. Сейчас. Получается вот. Мы такая. Блядь, кнопки срабатывают. Она ж подключилась. Ёбанар. Май девушка день рождения была. Вот. Чё? Ну вот получается, да. Ну вот получается вот такая вот клавиатура. Мне, ну, сказала этот мандарин, блядь. Да ну и поебать. Всё. Всё, да? Разбил, нет? Всё, да? Всё. Спасибо тебе за подписку. Спасибо за подписку, солнышко. Сейчас. Спасибо. А, ну вот клавиатура работает. Все красиво прям. Вот. Ну да, мандарин сказал, типа, нахуй оно надо, на тебе 10 000, и ты разбей. Я говорю, братишка, не серчай, хуй тебе в чай. Все! Ха! Все, да? Ну-ка. А, ну вот клавиатура.
все красиво, прям вот. Ну да, мандарин сказал, типа, нахуй оно надо, на тебе 10 тысяч, и ты разберу, братишка, не серчай, хуй тебе в чай. Все! А, ну вот, клавиатура работает, все красиво, прям вот. Ну да, мандарин сказал, типа, нахуй оно надо, на тебе 10 тысяч, и ты разберу, братишка, не серчай, хуй тебе в чай. Все, братан, сломал нахуй, блядь, распиздячил. Да. Вот. Ура, работает все красиво, прям вот. Ну да, мандарин сказал, типа, нахуй оно надо, на тебе 10 тысяч, и ты разберу, братишка, не серчай, хуй тебе в чай. Все! Ну хорошо, блядь, ну ладно, я понял твой намек, ты не веришь, блядь. Все, я хорошо понял тебя, блядь. Я тебе понял, мандарин. Хорошо, мужик сказал, мужик сделал. Сейчас. Сейчас. Сейчас разъебашу нахуй клавиатуры, блядь. Сейчас. Сейчас, братишка, я понял тебя. Ты хочешь, чтобы она прям понесла смерть. Смертную казнь, ясненько. Ебать. Сейчас. 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 Все. Все, друг. Понесла свое наказание. Она понесла смертную казнь. Я ее маслянул. О, даже отключилась. Блядь, я что-то нажал. У меня теперь на весь экран панель трансляция. Что за хуйня? Че, блядь? Сука, как это убрать? Блядь. А, во. Все, братишка, я сейчас тебе скину в инстакарту. Да. Во. Во, во. Все, братан, 10к мне в кармашек. Да. Все, забайте. Ой, за... Спасибо. Да. Все, да. Ебать, видео должно быть не короче 3 секунд. Пиздец, не влазит. Надо замедлить, блядь. Пизда, братишка. Ёбаный в рот. Пиздец. Блядь, и что делать теперь? Как его увеличить в телефоне? Пиздец. Сейчас. А ну 2 секунды, сука. Блядь, заебало. Реально. Сейчас, братишка, не серчай, хуй тебе чай, не кончай. Выручай. Ладно, давай по новой. Блядь, то пиздец клавиатуры, блядь. Бедолага, новинка. Все. По новой, блядь. Масло ебаное. Маслянистая жопа, блядь. Тварь, блядь. Сейчас.
блядь, такая зараза! Сколько секунд? Блядь, такая зараза! Сколько? Секундов. Час. Сколько? Сейчас, братишка. Та ёбаный компот. Перавич. Перавич. Ебать, это вообще одну секунду. Да что за хуйня? Пиздец. Ебать, я зверь, за секунду клаву уделал. Я машина или кто, блядь? Я смерч. Все, ну-ка. Бля, не то. О, блядь. Сука, сейчас. Сейчас. Сейчас, солнышко, сейчас. Сейчас. Я понял, как ты хочешь. Сейчас. Вот так вот, да? Сейчас. Ай, блядь! Ёба! Сука! Ай! Спасибо тебе за подписку! Что за хуй? Спасибо за подписку, солнышко. Ай, блядь! Блядь, я руку поцарапал. Все, вот это вот стакаточки сейчас. Да. А, сука. Вот это в инстакарты пойдет. Это да, это все, это инстакарты. Сколько? Ай, блядь! Ай, блядь! Сейчас, все, ребят. Конечно. Блять, она еще может целая, сейчас посмотрю. Бля, она, наверное, целая. А, ну нет, все. А, сука, ну да, она лопнула вот посередине. Ну это мелочь, она еще будет работать у дедушки. Да. Блять. Блять, а кнопки где? Ай, блять! Ай, блять! Ай, блять! Блять, а где кнопки? Ай, блять! Блять, а где кнопки? Ай, блять! А вот одна. Ай, блядь!
Пропало, ты уже зависла, гадость. Это вертик. Что-то завис, дедушка. Да. Ай, блядь! Ай, блядь! Ай, блядь! Ай, блядь! Ай, блядь! Ай, блядь! А видели, как я красиво на ножку ее подкинул, как футболист? М-м. А, ну да. А видели, как я ее ножкой ебнул, ребята? Красиво, прям на тупо ножкой. Да. Видели, как я ее ножкой ебнул, ребята? Тупо подсечечку сделали, а? Да, я. Ай, блядь! Ай, блядь! Ай, блядь! Не, нормально че не, ребят? А, ну да. Да. Ножку, сука, вот ударил, блядь, неудобным местом, уздечком на ноге, вот тут поцарапал. Она, сука, это, блядь, тяжелая гадость, блядь, механическая. Да, 30 лет за тупку. А кто у нас 30-летний, пожалуйста, напомните в чате, кому 30 лет? Не понял. А, Дмитрий Юрьевич, ну я знаю, да. Дедушка, а? Привет. Привет. Ты крутой очень, точка. А знаешь, в чем ты крут больше всего? В том, что наебуешь людей, старая ты кляча, аферист, которого свет не видел. Продажная пожилая срака. Разъебение ксю об столб на видео в инстаграм. Плюсовый чат. Угу. Если детвор. Нехчу за 150 только, ясно? Дедушка, привет. Привет. С днем рождения тебя. Спасибо. Кстати, у моей девушки тоже сегодня ДР. Ей сегодня 27. Поздравляю. Зовут Надя. Наденька. Поздр мягкий знак ее песней. Наденька. Она обожает твое творчество. Наденька, ей да. Будет приятно. Блять, еще и палец под... Блядь. У долбоеба рекламу заказали, а он их устройство разъебывает. Кто? Ну не долбоеб ли? Кто? Пиздец. Надеюсь, что нормальные рекламодатели не будут тебе больше предложения делать, и ты сдохнешь с голоду, тварь. Извини, толстый кролл, извини, толстый кролл, извини, толстый кролл. Спасибо тебе за подписку. Дорога, кака. Дедушка, привет, мой родной. А, спасибо, привет. Что радуешь меня каждый день. Ошибся, донат. Дэр тебе, а, КС, спасибо, Дэр. Влад, сила. Пусть спасибо. Растет твоя пепирка еще больше. Спасибо, я солнышко. Тебя очень люблю. Съем. Надя, Надежда, Надежда на любовь. Надечка, Надюша, Надежда. Наденька, с днем рождения я тебя, малышка, с 27-летием, Надежда, Надя. Надюшечка, милая, милая Надежда, с днем рождения тебя, малышка Надя. С днем рождения, Надюха, Надечка, я бы хотел тебя трахнуть, Надечка. Я хотел бы взять твой пышный зад, к себе поставить и войти в тебя. Надечка, я хотел бы тебе на зуб положить свою залупу, Наденька. С днем рождения, Надюша. Ай, Надечка, солнышко, малышка, с днем рождения, Надежда, Надежда на любовь со мною, Надежда. Я бы взял тебя сзади за пышный твой зад, я бы посмотрел на твой нежный взгляд, я бы вошел в тебя, как в гавань корабель, я не кобель, но я бы трахнул тебя. Надя, Надя, с днем рождения, Надя, Надежда, Надюшка, хуй тебе мой,
ловушка.